Советское время. Муж возвращается поздно с работы. Жена открывает дверь из порога. Так, дорогой, а где это мы так долго были? Муж: дорогая, да понимаешь, начальник вернулся. Ух, в Париже отдыхал. А, ну и что, как отдохнул-то? Ну как, ты понимаешь, красотища вокруг, кабаки, бабы, стриптиз. Слушай, а что такое стриптиз? Блин, ну как тебе объяснить? Объяснить не смогу. Смотри, залази на стол. Что, прямо обутая, что ли? Да прям обутая, залази на стол. Вот, залезла. Ну, смотри, хорошо. Снимай себе всю одежду. Ага, все, и трусики тоже снимай. Вот, нормально. Теперь нагнись немножко. Ага, ножку подними, тряхани. Ох, не зря начальник говорил. Отвратительное зрелище.